уничтожить надежно и быстро. Shredmark 703 2XA выделяется на фоне других моделей. Он небольшой, легко поместится рядом со столом, под ним и даже на нем. Ему запросто найдется место в небольшом офисе. Весит всего 5 килограмм. При необходимости шреддер легко перенесет даже хрупкая девушка. Степень защиты DIN 4 соответствует стандарту уничтожения секретных материалов. Бумага режется перекрестно. Размер измельченных кусочков 3 на 9 мм. Восстановить такой документ невероятно сложно. По уровню шума шреддер сравним с работающим принтером, так что никаких неудобств в офисе он не создаст. Объем корзины приличный – 19 литров, так что чистить ее нужно будет редко. Заполненность корзины легко определить по вот этому окошку. За минуту 703 2XA способен уничтожить около 2,5 метров бумаги. Одновременно можно загрузить до 8 листов А4. Это важно, к примеру, когда нужно быстро уничтожить папку, полную документов. Для удобства можно перевести шреддер в автоматический режим работы. Как только поднесете лист к лотку, уничтожитель сам подхватит его и измельчит. Важно отметить, что 703 2XA не рассчитан на переработку скрепок и скоб. Для застрявших листов предусмотрена функция реверса. Без перерыва шреддер способен проработать 5 минут. При малейших признаках перегрева система автоматически отключится. Для полного остывания 703 2XA требуется около получаса. Помимо бумаги, шреддер способен измельчать CD-диски и пластиковые карты. Небольшой, производительный и простой в обслуживании и работе Shredmark 703 2XA станет хорошим выбором для небольшого офиса, отделения банка или бухгалтерии.